Вот я себя все больше и больше ловлю на таком понятии, как культура мышления. Вот ты, допустим, идешь, ничего тебя особо не отвлекает, и начинает в голову лезть разные мысли, совершенно отдаленные, нелепые, порой могут быть ужасные, неожиданные какие-то. Вот можно, знаете, эту мысль там развивать. Вот, грубо говоря, вот настроение, негативная форма мысли или позитивная форма мысли. И ты за эту мысль уцепился и, грубо говоря, ее обсасываешь. И с той стороны, и с этой, и так далее, и там подобное, и там чувствуешь невольно, аж мышцы начинают напрягаться. Так вот эту вот всю ерунду, надо контролировать и вовремя пресекать. Ловить себя на подобных мыслях. Что это за ерунда происходит? Почему это я так мыслю? Или это через меня так мыслят? И переключаться. Я считаю, в этом и заключается культура мышления. Тем более здорового мышления. Тем более мышление для складывания судьбы своей. Потому что куда твои мысли своими потрохами, делами, потом будешь удивляться, почему я тут оказался. Вот. Поэтому я все больше и больше сосредотачиваюсь на этом. А то я еду вот с 1 июля, повышаются цены на ЖКХ, запланированное повышение цен. Да, можно сказать, с какого бодуна они, что тут у нас изменилось, что они там повышаются, не понижаются. Уже начинается негативное брожение на этот счет. И важно переключиться. Вот тут, как бы сказать, мысль уводит тебя вперед, назад, в прошлое, в будущее ты там думаешь. Действительно важно оставаться настоящим и быть здесь и сейчас. И, как говорится, наслаждаться тем, что нам матушка природа дает. Вот такие вот мои рассуждения. О, мальчишки мчатся.